Учиться прямо на границу будут провожать папу, маму и сестры, официальные лица. Дедушка придет, скажет, вздохнет, скажет, куда ж ты, милок? А я буду служить в пограничных войсках. Я буду служить в пограничных войсках. Я вернусь домой в медалях, в орденах. Я буду ловить фуражки в сапогах, так же, как все, в сапогах, так же, как все.